Ну, передавай ключ! Открывать будем детский сад! На белоснежной тройке приехали к ребятам сказочные гости. Кроме обычных новогодних подарков малышам, они привезли долгожданную весть для всех жителей Кубинки и золотой ключ – символ открытия нового детского сада. Ленточка перерезана и двери распахнуты для всех. Трехэтажное здание, просторные игровые кабинеты для кружков, занятия спортом и музыкой, залы хореографии. Буквально за год подрядчик завершил строительство современного по всем параметрам детского сада. Сегодня можно с уверенностью сказать, что та изначальная задумка построить для семей военнослужащих объект в очень сжатые сроки, она полностью реализована. Глава округа от души поблагодарил строителей. Теперь малыши в возрасте от 1,5 до 7 лет в 14 группах будут находиться под присмотром квалифицированных воспитателей. Весь персонал уже набран и ждет своих маленьких подопечных. Воспитатели есть, шеф-повара есть, то есть все у нас набрано и все хотят. Я неоднократно говорила, даже конкурс не всех берем. Открытие сада дало немало рабочих мест для жителей Кубинки, ликвидировало очередь для детей от 2 до 7 лет для семей военнослужащих. Для них это сейчас необходимо, как никогда. Поздравить всех с таким важным событием приехали зампред Мособлдумы Олег Рожнов и министр образования Подмосковья Илья Бранштейн. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Мне кажется, мы его встречаем в хороших стенах, в хорошей компании, поэтому надеюсь, что и весь следующий год будет точно таким же радостным, приятным и наполненным радостью новых открытий. С наступающим годом! Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».